Всем привет! Хотел рассказать очень интересную новость о том, как получить лицензию на каскадер целых 2 года. В общем, если вы зарегистрировались на их сайте до 1 марта 2024 года, вы можете получить доступ к 2-летней лицензии на каскадер. Для этого вам необходимо будет скачать последнюю версию, зайти в саму программу и нажать Claim Indie лицензии. В общем, как это сделать? Я уже установил последнюю версию. Вот этой строчки в предыдущих версиях не было. Она вот появилась вот именно в последней. Нажимаем Claim Indie лицензии. И как вы видите, у нас получается, мы получили 2-летнюю лицензию. То есть на это время мы можем пользоваться без всяких проблем. Чем отличается лицензированная версия от, так скажем, демо-версии? Это у нас получается доступ к интеграции FBX, вроде бы, файлов, если я не ошибаюсь. Так, да, здесь у нас можно FBX EDAE экспортировать в каскадер. То есть, если вы подписались и создали, так скажем, учетную запись очень давно, вы можете получить. И это вам может очень пригодиться, потому что каскадер очень хорошая программа для того, чтобы создавать какие-то анимации, для которых требуется, так скажем, физическая интеграция. То есть персонажика вы можете поставить в одну позу, во вторую позу, и он с помощью, так скажем, искусственного интеллекта будет перемещать кости, как вам необходимо. Более подробно, конечно, вы можете погуглить на страницах, которые посвящены прям каскадерам. И чтобы проверить, прошла ли подписка, так скажем, вы должны на сайте зайти на сайт, свой профиль, выбираете профиль и заходите в Payments. Если у вас вот такая вот здесь такое поздравление есть, значит, вы получили лицензию на 2 года. А на этом все. До скорой встречи. Всем пока.